Давай, давай! Еще смотри! До конца матча считанные секунды. Тренер Константин Александров следит за игрой старших ребят. Именно на них он делает ставки. Открытый турнир по стритболу среди воспитанников КСК – это подготовка к чемпионату республики. Он пройдет в столице Якутии в декабре. Чемпионат республики будет проходить в рамках подготовки сборной команды республики на международные спортивные игры «Дети Азии». Здесь больше важна и как и физическая подготовка спортсменов, и тактическая. От баскетбола стритбол отличается количеством игроков. Их 3. И поле меньше в 2 раза. Спортсмены соревновались по 4 команды в 2 возрастных группах – младшей и старшей. Более 30 воспитанников боролись за призовые места. Турнир по стритболу прошел при поддержке «Единой России». Игру посвятили Дню народного единства. Символично, что именно в честь праздника, именно единения, в этих соревнованиях принимают участие ребята разных возрастов, в том числе и девушки. И, естественно, представители разных национальностей Мирнинского района. Мирнинским отделением партии «Единой России» и Народного фронта было принято решение о том, что подарочные сертификаты получат все участники соревнований. В младшей группе единственная команда девочек заняла 1-е место. Они соревновались наравне с мальчиками. В старшей группе также определились лидеры. Всем участникам вручили денежные сертификаты.